Hi, I'm Catherine Pawlick, and this is Vaganova Today. We're here in the historical Mariinsky Theater about to speak with one of its youngest and most talented choreographers, Maxim Petrov, who is already the holder of Russia's prestigious Golden Soffit Award and also the winner of its Golden Mask Award. Maxim has a very intellectual approach to his work, and today we'll talk to him about what inspires him, his career in choreography, and what's coming next. Join us. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Хотела сначала поговорить о вашем начале в мире балета. Вы выпускались в 2012 году из Академии Вагановой. Почему вы начинали заниматься балетом? В городе Тосно, где я учился в начальной школе, у нас был выбор. Мы могли ходить либо на физкультуру, либо на урок классического танца. И тогда я подумал, что танцевать интереснее, потому что бегать, прыгать я могу и во дворе. Как-то, ну, мне хватало того, что я мог там висеть на ветках на деревьях, условно там бегать по лесу, потому что мой дом находится в деревне Новолисино, где выходишь с подъезда, и через 300 метров у тебя лес. Это место, где я рос. А учился в городе Тосно. И я подумал, что как-то танец — это интереснее, это что-то новое для меня. И вот тогда я начал заниматься танцем. И педагоги, которые преподавали в этой начальной школе, они посоветовали родителям попробовать просмотреться в Академию русского балета, попробовать поступить. И мы попробовали, да. Не могу сказать, что мама была в восторге от этой идеи, потому что отец в то время работал очень много и очень часто уезжал подолгу в командировке. И ей не хотелось оставаться одной, ну, я могу понять, почему. И как бы отдавать сына в непонятное учебное заведение, потому что, ну, мои родители никак не связаны с танцем. То есть, конечно, Академия русского балета, наверное, была каким-то образом на слуху, да, и, конечно, мама представляла, что такое балет, но как бы все равно это немножко неизведанный мир. И вот таким образом я попал в Академию русского балета. И какая там была атмосфера первый день, первый год? Ну, во-первых, на меня, конечно, колоссальное впечатление произвело само здание и улица Зодчего Рось, и когда ты зашел, и когда ты просто осознал то, что это здание с историей, сколько людей в нем было и сколько в нем всего произошло. И, конечно, это сознание с каждым годом все увеличивалось и увеличивалось, да, и мне кажется, ну, каким-то образом, в том числе архитектура этого здания сформировала меня, потому что, ну, как бы ты живешь в этом здании, потому что я живу в общежитии, и находишься в нем 24 часа иногда, не выходя совершенно, да, и, ну, конечно, атмосфера какая-то там была особенная, особенно до реконструкции здания, когда все еще было не новым, все еще было старым, и, ну, в этом какой-то свой дух был, конечно. Вы выпускались из класса известного педагога Геннадия Селюцкий, который, к сожалению, год назад не стал. Хотела спросить, как его уроки отличались от других педагогов и как он влиял на вашу карьеру? Я безмерно благодарен Геннадию Селюцкому, потому что он развивал нас не только как артистов балета, а как личностей. Он с нами разговаривал на различные темы, заставлял нас, например, давать урок. Да, было такое, что он параллельно работал в театре и утром давал у нас урок, или куда-то уезжал на гастроли вместе с театром. И у него иногда не получалось приходить на занятия. И
не мог заместить его другой педагог, и он мне звонил утром и говорил: «Максим, сегодня ты должен провести урок». Вот, и я, честно, ходил, проводил урок, хотя знал, что он не придет. У меня был выбор, может быть, я могу поспать, я знаю, что его не будет. Да, нет, но я могу позвонить всем и сказать, что сегодня не будет. Да, я приходил, давал урок, и мне это очень нравилось, и мне кажется, ну, это дало какое-то развитие мне как хореографу в том числе, потому что я, ну, тогда уже задумался, что можно как-то совмещать движения между собой и как-то думать про это. Конечно, его урок отличался от многих других уроков, на которых я бывал. Например, там, в построении комбинации, то, как он может варьировать скорость комбинации, темп, ракурсы. Ну, то есть это совершенно какое-то другое видение того, как может быть построен урок классического танца. Да, причем он как бы не выходил за рамки дозволенного, да, он как бы всегда оставался в своих рамках, но он как-то крутил, смотрел это с разных сторон, пытался найти, что можно в этот урок привнести, да, как можно его раскрасить, наверное, да. Он там придумывал комбинации, которые условно выходили из квадрата музыкального, и потом в конце комбинации входили обратно в этот квадрат. И это как бы очень сложно и запоминать, и с одной стороны, а с другой стороны, это как бы, ну, очень сильно развивает, потому что как бы тебе нужно думать, это не простая комбинация крестом, там условно батман-тендю, а какая-то сложная структурная комбинация, которую как бы не придумываешь сходу. То есть ты понимаешь, но я часто понимаю, сколько он тратил времени на это. То есть это как бы это был большой процесс, который происходил не только в зале, но он работал над этим еще и дома. То есть он как бы думал, что он может сделать, что он может нам дать, как он может нас развить, да, по-другому. Когда принимали вас в труппу Мариинского театра, какие впечатления были в первом сезоне? У меня был весьма сложный первый сезон, потому что на выпуске я получил довольно серьезную травму. И придя в театр, я был не настолько в хорошей форме, насколько мог бы быть. В силу того, что просто физически не мог делать какие-то вещи. Вот. И меня взяли во вспомогательный состав. И первый мой рабочий день была какая-то опера, я, честно, не помню, что это была за опера. Меня одели в какого-то солдата, дали ружье или копье, я вышел на сцену и стоял полтора часа на сцене. Тогда я думал: «Господи, зачем же я учился 9 лет? Почему же так это все грустно, когда мои однокурсники работают в зале?» Но при этом, при всем, я ходил и учил репертуар, каждый день посещал урок. И в конечном итоге меня перевели в конце сезона в основной состав. И с тех пор я работаю как артист, как балета, а не артист вспомогательного состава. Это был весьма сложный год, потому что мой график строился примерно таким образом. Я приходил утром на урок, днем я учил репертуар какой-то, если мог бы быть в нем занят, да, например. А днем очень часто у нас были какие-то репетиции оперы или постановочные оперы. Тогда, например, ставился спектакль «Дон Карлос», и мы проводили там очень большое количество времени. И вечером я либо участвовал в спектакле каком-то, либо в оперном, либо в балетном. В балетном спектакле я участвовал только тогда, когда кто-то заболевал, надо было резко поменять человека, а я знал порядок, и поэтому как бы меня очень часто ставили за кого-то спектакль. Один раз был такой случай, что я в концертном зале станцевал балет и побежал участвовать в опере как артист Миманса. Да. И, в общем, так я провел целый год. И, ну, это был весьма такой тяжелый год. Мне кажется, я тогда очень вымотался. Но, благо, все хорошо. Вы уже тогда думали о хореографии? В этот год я придумывал свой первый спектакль параллельно. Я тогда думал, что можно сделать с музыкой Эрика Сати, потому что я эту музыку знаю с детства и очень ее люблю. И тогда на эту музыку как-то придумал спектакль, который поставил через год на следующий мастерской молодых хореографов, второй.
Но решил ставить я еще сильно до этого. Мне кажется, первые идеи у меня пришли, ну, наверное, на первом курсе где-то, когда у нас появился предмет по... Ну, видеокурс, наверное, правильно это называется. Нам стали показывать различные спектакли зарубежные, которые я, например, до этого не видел, которые не идут в Петербурге. И я тогда подумал, о, а можно же как-то по-другому делать. Есть же не только классический балет. Да, есть куча разных хореографов, и они как каким-то образом по-разному решают то, как можно взаимодействовать с музыкой, с пространством и так далее. В общем, мне кажется, тогда начали первые мысли появляться о том, что, а что бы я мог сказать на какие-то вещи определенные, на какую-то тему. И после этого Валерий Гергиев попросил вас поставить хореографию для оперы «Война и мир», правда? Да, это был интересный опыт, потому что тебе 22 года, на тот момент, по-моему, даже 21 еще, и ты работаешь второй год в Мариинском театре, тебя только перевели из вспомогательного состава в основной, и тебе дают 40 человек, которые участвуют в этой опере, и тебе нужно поставить сцену бала. Полонез, возобновление полонеза, мазурка и вальс. И ну, все участники старше меня. Многие старше сильно, многие старше там, на 15 лет, например, да. И, ну, то есть я понимаю, что меня как бы всерьез не воспринимают совершенно. Потому что, ну, как бы, только что пришел человек в театр, он уже что-то ставит, почему мы должны ему подчиняться, как бы, ну, и потом, как бы, я с этими людьми переодеваюсь в раздевалке, ну, как бы, не было такого, да, понимания, что когда мы заходим в зал, то, как бы, ну, немножко все по-другому должно строиться, да, что, как бы, мы все оставляем за дверью. И, ну, в этом плане было тяжело, потому что, как бы, ну, не произошел контакт, не со всеми, конечно, ну, как, с какими-то людьми, и тогда я понял, что мне нужен репетитор просто, да, я попросил руководство театра, что можете дать мне какого-то репетитора авторитетного, чтобы у нас все прошло хорошо. Да, но в итоге все прекрасно, да, и со временем, как бы, ну, люди стали понимать, что, ну, это общее дело, мы работаем, как бы, ну, не важно, кто кого, насколько старше, мы, как бы, ну, должны сделать свою работу просто. Вы создали балет «Синема» в музыку Эрик Сати в 2014 году, потом в 2015 балет «Номер 2» в музыку Александр Свасман, в 2016 году «Павловск» в музыку Кэрин Лафрак. Очень классическая, я бы сказала, period piece, как называется по-английски, где вы создали атмосферу прошедшего эпохи. Что идет в первые, музыка или шаги? Как процесс идет? Каждый раз по-разному, но чаще всего я отталкиваюсь от музыки. Например, «Синема» изначально была музыка. Да, и как-то, когда я понял, что это Эрик Сати, я переслушал всю его музыку, которая у него есть. И дальше как-то стал складываться сюжет спектакля. И я просто дальше составил сюиту, да, какую-то из его музыки. С балетом «Номер 2» было совершенно по-другому. У меня вначале появилась идея, и я понял, что то, о чем я думаю, летает в воздухе, и как-то не только я об этом думаю, что как-то у всех, мне так казалось на тот момент времени, что есть какая-то ностальгия по прошлому, которого как бы уже нет, по прошлому, которое я, например, не знаю, и оно было не только у меня. То есть, ну, это просто общая история была, что почему-то у людей вдруг появилась ностальгия по тому времени, в котором они не жили. Вот это такая интересная вещь. Я как бы с этим сталкивался неоднократно и понял, что, ну, как-то, может быть, попробовать как-то с этим поработать. И тогда начал слушать просто музыку середины 20 века российских композиторов различных и наткнулся на джазовую сюиту Александра Свасмана и подумал, что это то, что мне нужно. И тогда уже как бы от идеи я пришел к музыке, да, как бы здесь наоборот. В Павловске изначально была музыка, да, потом уже к этой музыке я придумал идею, как можно с этим поработать. Каждый раз по-разному, но как бы чаще всего я иду от музыки. То есть пытаюсь понять, что мне дает музыка, что я могу сказать про эту музыку, да, как я могу с ней работать, взаимодействовать или нет, или идти вообще параллельно в другую сторону.
Вы использовали очень широкий диапазон музыку во все ваши произведения, ваши балеты. Музыка от Прокофьева до Daft Punk. Что толкнует вас выбрать ту или иную музыку или партитуру? Я на самом деле меломан. Я очень много слушаю музыки различные, всяко-всяко разные, за исключением, наверное, какого-то, не знаю, там, рока, тяжелого, наверное, за исключением такой музыки. И как бы с одной стороны, ты ее слушаешь для наслаждения, а с другой стороны, это такой перманентный поиск. Постоянно пытаешься найти что-то, с чем можно поработать. На будущее или на сейчас, ну, неважно, просто и так со временем получается, что моя любовь к музыке позволяет мне накапливать какое-то количество произведений, над которыми я думаю и которые возможно потом поставить. А вы играете в инструменте? Я учился в профессиональной музыкальной школе 4 года до Академии русского балета. И в Академии тоже 4 года, но я давно уже не практиковал игру. Да, но как бы с музыкальной грамотой я знаком, да. А что для вас идет в первые эмоции в балетах или музыка? То есть какую роль играют эмоции в отличие от истории? То есть абстракт или либретто все-таки? Мне нравятся оба пути, по которым можно идти просто иногда по одному, иногда по другому, да. И сюжетные балеты, и так называемые бессюжетные балеты, да. Хотя мне кажется, что в бессюжетных балетах тоже есть сюжет. Он просто как бы в другом заключается, да. Это сюжет не повествовательный, да, что кто-то куда-то пришел, что-то сделал. А это сюжет конструирования этого спектакля. Ну, во-первых, как бы на сцене есть человек, да, неважно, какого он пола, и в этом есть уже большой сюжет. А дальше, как бы, важно понимать, что есть музыка, есть танец, и у них есть какое-то взаимодействие, да. Музыка организует время, танец организует пространство, и в этом уже сюжет. Музыка построена по каким-то определенным условиям, да, у нее есть конструкция, есть композиция. Также я пытаюсь работать с танцем, как я могу соотнести танец с музыкой, опять-таки идти за музыкой, что-то в ней подчеркивать, что-то про нее рассказывать или идти параллельно, да, уходя от музыки. И дальше построить внутреннюю композицию танца, как можно движения с друг другом склеивать, как они работают, как они взаимодействуют. И в этом как бы есть сюжет. Да, потому что как бы конструкция, композиция — это сюжет. И как бы другой сюжет — это пространство, с которым ты работаешь. Ты как бы его просто организуешь телами людей, как они передвигаются, какие построения, диагональ, да, потому что диагональ — это сюжет. Как бы в таком смысле, да, как бы, если мы говорим про это. Ну и потом как бы иногда кажется, что танец не всегда обязан доносить какую-то информацию фабульную, да, потому что когда мы слушаем музыку, у нее же нет как бы истории, да, даже если какое-то событие подтолкнуло композитора написать эту музыку, ну как бы у нее другие смыслы, да, мы же как бы не объясняем себе, что вот здесь, на эту музыку, что, ну когда слушаем какую-то симфонию, например, да, там ничего не происходит в плане сюжета, но там есть внутренний сюжет как бы того, как музыка взаимодействует, да, что ты в ней слышишь и какую эмоцию она тебе дает. И иногда эта эмоция намного сильнее, чем эмоция сюжетная. Просто, ну, как бы это совершенно другое отношение, другое понимание, как бы, потому что, ну, танец же был всегда с людьми. Мне кажется, как только люди себя осознали, у них как бы появился танец, потому что танец несет гигантскую эмоцию. И танец бывает разный, да, и грустный, и веселый, но если такими категориями думать. Поэтому, как бы, думать и, ну, как бы, ну, говорить, наверное, даже, что балет бессюжетный, ну, как бы, не совсем правильно, но абстрактный тоже, то есть, ну, как бы, он балет, да, вот. Но это не значит, я прекрасно отношусь к сюжетному балету, мне нравится рассказывать историю в спектаклях. Просто это совершенно, как бы, разные вещи, да, и они по-разному строятся, и зритель по-разному на это реагирует, конечно, потому что проще понимать, про что ты смотришь, да, как бы, чем проще история, тем она как бы ближе к зрителю, наверное, да. Но здесь как бы такая вещь, важно понимать, что
ты когда идешь в театр, это мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, что ты не должен ничего ждать, как бы, потому что когда ты приходишь и чего-то ждешь от спектакля, у тебя есть какое-то представление о том, что ты должен увидеть и о том, что тебе должны показать, ну, это как бы ошибочно, потому что ты тогда не сможешь посмотреть, что тебе предлагают, да, не сможешь это оценить. И мне кажется, вот важнее всегда идти как бы с чистой головой в театр и как бы смотреть на то, что тебе предлагают увидеть, да, или услышать. И в этом как бы, ну, честнее позиция быть. Ну, потому что условно мы там ставим спектакль по Тартюфу, и мы прочли книгу, и у нас сложилось какое-то мнение, да, и вот мы думаем, что мы сейчас придем на этот спектакль и увидим что-то определенное. Нет, ну это как бы не очень честно, потому что тот человек, который этот спектакль делает, у него есть какие-то свои мысли, он хочет вам их рассказать. Наверное, он как-то, ну, долго об этом думал, и у него есть что сказать, раз он сделал этот спектакль. Да, потому что для меня, например, важно, что... чтобы я понимал, о чем я говорю, что я хочу сказать, есть ли в этом какая-то мысль, потому что если я не могу ответить на какие-то вопросы себе, зачем я это делаю, почему и как я это делаю, ну, я, скорее всего, не буду делать, потому что это как бы не очень честно перед собой, следовательно, не будет, это будет не очень честно по отношению к зрителю, когда ты не понимаешь, о чем ты говоришь. 2021 год, то есть этот год был для вас ключевым, мне кажется. Вы были номинированы, и еще потом получил золотую маску для вашего балета «Русские тупики», который по-английски называется «Russian Dead Ends». Какие чувства были, когда вы слышали об этом награде? Для меня, во-первых, шоком было год назад узнать, что спектакль номинирован на «Золотую маску». Я совершенно этого не ожидал. И мне, конечно, нахлынули эмоции. Я очень не понимал, как с этим быть, что с этим делать. Ну, как бы, что с этой эмоцией делать? Что с этим знанием теперь я должен сделать? И потом, когда уже через время я сидел в зале, когда объявляли номинации, до вручения мы встретились в коридоре с хореографом Антоном Пимоном. Он сказал мне, ну что, ты подготовил речь? Я говорю, Антон, зачем? Ну, как бы, я вряд ли что-то сегодня получу. И когда объявляли лучшего хореографа, я сидел, думал вообще про какие-то отвлеченные вещи, совершенно не про то, что сейчас вручают. И как-то сидел и вообще совершенно не думал о том, что... Ну, когда в себя немножко погрузился, и тут говорят «Максим Петров». И я, ну, как, знаете, как из воды вынули. Я не понял вообще, что происходит. Я вышел на сцену, и единственное, что как бы... Первое мне пришло в голову сказать «Вау!», ну, потому что я совершенно этого не ожидал. И это, конечно, очень приятно. Я очень ценю этот момент. И я очень благодарен, конечно, и экспертному совету, и жюри, и театру, и до этого еще Диане Вишневой, которая заказала первую версию этого балета для студии своей. Ну, то есть, как бы, нет, правда, есть только слова благодарности, но для меня это был большой шок и большая неожиданность. То есть я как бы... Не ждал, не ожидал и как бы не понимал, как это произошло вообще. Но оно на самом деле как-то вообще никоим образом не повлияло на мою жизнь. Ну, то есть как бы здорово, что это случилось, но все осталось так же, как есть, да. А тоже в этом году Валерий Гергиев поручил вас, можно сказать, или заказал три балета в честь года Стравинского. Это был «Ренард Мавра. Поцелуй феи». Давайте посмотрим.
сделай, а это самая масштабная просьба, я понимаю, от Гергиева пока. Да, я вернулся из Самары, где только что прошла премьера фортепианного концерта, и мы встретились с Валерием Бесаучем, и он сказал, что следующий год в театре планируется как год Игоря Федоровича Стравинского, и он сказал, что хотел бы, чтобы я подумал по поводу того, что, может быть, сделать Мавру, оперу Мавру. И я сказал, что я подумаю. Я не очень хорошо знал эту музыку. И после того, как я послушал, я понял, что спектакль, он очень короткий. Мавра идет всего 28-30 минут. И надо как-то, ну, придумать программу, да, потому что как бы этот спектакль не может идти отдельно, непонятно, с чем его ставить. И тогда я вспомнил про байку про Лису Петкова «Кота с барана». И подумал, что, может быть, можно их как-то соединить вместе, да. И я когда-то давно думал про этот спектакль, как его можно сделать. И в итоге я сделал Валерию Бесовичу личное предложение, предложил соединить, сделать в первом, одним актом это, и первым, первой частью сделать байку, а второй частью сделать Мавру. И сделать какой-то музыкальный переход между этими двумя вещами, чтобы как-то немножко их разбить, разбавить, потому что, ну, они как бы близки к себе. И хочется какого-то контрастной музыки Игоря Федоровича. Вот, и начал придумывать этот спектакль, как можно его сделать. И тогда я понял, что, ну, по-хорошему, это должен быть один спектакль. То есть он должен быть, как бы, ну, персонажи, может быть, должны быть одни и те же. Должен быть связан, да, эти две вещи должны быть связаны между собой. Но я понял, что мне не хочется рассказывать здесь сюжет какой-то определенный. Говорить про фабулу какую-то рассказывать. Мне хотелось показать то, что есть в музыке Игоря Федоровича. Что я в ней услышал, что я в ней нашел. И, конечно, там есть сюжет, про который мы говорим, но он как бы не конкретный, а он, сюжет строится вокруг музыки Игоря Федоровича, вокруг того времени, в котором он жил и писал конкретно эти произведения. Поэтому там появляются персонажи, как Дягилев, сам Стравинский появляется, дворники, которые вполне себе могли жить в то время в Санкт-Петербурге. И поэтому там появляется мультик, который как бы и рассказывает нам про сюжет байки, который есть в либретто. Он рассказан как бы современным языком, там сильно утрирован, сделан как компьютерная игра, там очень много какого-то сюра происходит. Ну, как бы все, что свойственно этой музыке, да, мы пошли тем же путем. Потому что музыка здесь как бы, ну, важнее всего на самом деле. Не хотелось делать какой-то, ну, из этого спектакль, не хотелось сделать из этого пошлость. Хотелось придумать какую-то идею, которая скрепила бы два этих произведения и рассказала нам о чем-то своем, да, ну, о том, как мы видим то, что сейчас происходит, да, потому что, не знаю, сейчас есть стриминговые сервисы, там HBO, Netflix и так далее, и как бы, ну, у нас уже совершенно другое мышление, да, мы как бы не можем не отдавать себе в этом отчет, да, что сейчас такое время, оно сильно быстрее, сильно по-другому все происходит, нежели 100 лет назад, когда Стравинский писал эту музыку. Но, как оказалось, эта музыка очень современна. Она как бы, я думаю, что будет еще очень долго современна и очень долго, возможно, не понята даже. Потому что, конечно, это как бы музыка непопулярная, да, так ее редко исполняют. И на самом деле, если посмотреть по театрам, в мире почти нигде не идет ни байка, ни мавра. То есть это как бы очень редкие произведения, за которые, наверное, как бы опасно браться, да, можно не придумать, как с ней работать. И я очень хорошо понимал это, когда брался за это, что, ну, как бы, может не получиться, может не сложиться. Мы как бы можем
ничего не сказать, да, даже если что-то придумаем, потому что музыка как бы реально сильнее, чем все, что ты можешь про нее сказать, все, что ты можешь к ней как бы подставить, сделать вокруг нее. И, наверное, поэтому как бы, ну, такие произведения редко кто берет. Понимаю, что как бы, ну, нужно какое-то, наверное, очень кардинальное решение, чтобы все получилось, и все, что происходило на сцене, не проигрывало музыке. А через какое-то время, после того, как мы договорились сделать «Байку и Мавру», там по разным техническим причинам не получилось выпустить премьеру в апреле, в годовщину смерти Стравинского. И все перенеслось на лето, и до «Мавры» мы с Валерием Бесовичем обсуждали еще «Поцелуй феи», потому что это тот балет, который я хочу поставить давно уже. И он сказал: слушай, у нас теперь еще есть время, может быть, мы подумаем, и, может быть, мы можем успеть, да, сделать вторым актом еще и «Поцелуй феи». Я понимал, что это риск номер два, потому что, ну, сроки, правда, очень маленькие, нужно было придумать, несмотря на то, что я думал про этот спектакль, но как бы я его не разрабатывал, нужно в короткий срок придумать, что это будет за идея, опять-таки, что я могу сказать на эту тему, быть в этом уверенным, и придумать, конечно, сценографию костюма. Вот, и времени было, ну, как бы с апреля по июнь, не то чтобы очень много, да, потому что, ну, как бы такие вещи нужно продумывать очень долго и основательно. Но я тоже решил рискнуть, и какой-то очень короткий срок мы с командой придумали этот спектакль, придумали, о чем мы будем в нем рассказывать, и я взялся за работу только в июне. И по факту спектакль был поставлен по «Целуфею», потому что «Байка с Мавро» уже были готовы, и там какие-то, ну, просто я ввозил коррективы, и что-то менял, доделал параллельно. А по «Целуфею» я ставил с июня, с начала июня, там, мне кажется, с 5 числа. У меня было всего 3 недели, потому что я понимал, если у нас премьера 11 июля, то мне нужно поставить спектакль за 3 недели, чтобы еще как-то 1,5 недели его отрепетировать и привести просто в порядок, как бы, да, чтобы мы не выпускали сырую продукцию на сцену, она была готова. И поэтому «Поцелуй феи» я называю спектаклем, поставленным в коридоре Мариинского театра, потому что я приходил в театр до урока с 9 часов и работал в зале сам, потому что не было времени, как бы, ну, мне не было времени думать в зале, я должен был приходить и быть готовым, чтобы показывать артистам хореографию. Я в течение всего дня находился в театре, в коридоре, и просто около зеркала придумывал спектакль, потому что все залы заняты, ну, для репетиции текущего репертуара. И я оставался в театре после того, как все уходили, и один раз даже меня закрыли в театре. Было смешно, потому что я остался уже далеко за 12, и я просто подхожу к выходу служебному, а он закрыт. Но благо, что охрана работает 24 часа в театре, и меня выпустили. Ну, было бы интересно переночевать в театре. Вот, и поэтому, как бы, ну, да, это был очень такой сложный период. Такая, ну, потому что концентрация была только на одном, как полное включение. Но, благо, мы все успели, и премьера состоялась. И мне, на самом деле, спектакль очень дорог. И я очень благодарен артистам, потому что мы работали как бы в сжатые сроки, очень тяжело, но они просто свою работу сделали как бы очень-очень прекрасно. И я благодарен, на самом деле, всем службам, потому что, ну, я знаю, как это выпускалось. Это был такой непростой выпуск, потому что очень быстрый, как бы, и поэтому очень тяжелый. И я решил, что как бы артисты, ну, сделали здесь работу не меньше, чем я. И раз театр посвятил год Стравинскому, я решил посвятить этот спектакль для артиста Мариинского театра. Да, я понял этот день премьеры, потому что когда я посмотрел спектакль из зала, я просто зашел за кулисы после окончания спектакля и понял, что, ну, как бы я не могу этого не сделать. И это не какая-то там вещь, которая была придумана мной там для красноречия или красного словца. Я понял, что, ну, как бы, реально то, что я могу сделать в качестве благодарности артистам, чтобы они понимали, что, как бы, ну, они, правда, вложили очень много своих сил. Потому что, мне кажется, ну, в такие сроки ставить спектакли очень, очень тяжело, потому что идет параллельный репертуар, его очень много. И в промежутках, как бы, просто между репетициями, Мы ставили этот спектакль. Ну, как бы, у нас, конечно, был график репетиции, но все равно, как бы, они не выходили из театра эти 3 недели вообще. Ну, то есть, так же, как и я.
И ну, это большой труд, за который я просто благодарен. И благодарен всему театру, потому что ну, все работали на это произведение, все работали на этот выпуск. И я просто понимаю, сколько времени на это и сил потрачено всем театрам. И, конечно, у меня ну, может быть только благодарность, ничего другого. А работать с музыкой Стравинского не сложнее, чем других композиторов? По-разному. Где-то, ну, например, «Поцелуй феи», не могу сказать, что она какая-то очень сложная музыка, да. Она написана вся на основе различных произведений Чайковского и, ну, как бы, там, другой Стравинский, да, хотя мне кажется, что он во всей музыке един, и мы всегда понимаем, что это Игорь Федорович. Было просто непривычно, но это как бы не то, что проще или сложнее, мне кажется, это просто по-разному. Ну, как бы ты на разное обращаешь внимание и по-разному с ней работаешь. Ну, с одной музыкой так работаешь, с другой музыкой так. Просто находишь к ней подход, какой-то ключ, как ты можешь с ней жить, да, рядом. И все. Здесь как бы не было какой-то определенной сложности специальной. Конечно, там в какой-то момент я понял, что, ну, то, что я музыку выучил обычно наизусть, потому что очень много ее слушаю, ну, просто потому что думаешь про спектакль. Я всегда надеваю наушники и гуляю просто и постоянно слушаю на репите. Могу какую-то одну сцену определенную слушать постоянно или весь спектакль подряд, просто вот он закончился, сделал какую-то паузу и поехали заново сначала. И так, ну, как бы каждый день происходит. То есть я, когда ставлю спектакль, я не вынимаю наушники из ушей и постоянно слушаю или просто в колонке. Я музыку как бы выучил наизусть, поэтому мне с ней ну, просто работать в зале, да. Я понимаю, там, если включить ее откуда-то, я понимаю, в каком месте мы находимся, потому что я ее хорошо знаю. Но я также понимаю, что артисты не так хорошо знают музыку, и поэтому в какой-то момент мне пришлось просто сесть и высчитать мавру, высчитать байку. Ну, а там как бы, очень непростой счет, да, это так же, как, в принципе, танцевать свадебку или весну священную, да, это ну, такие просто сложные вещи. И зритель, конечно, об этом не думает, когда смотрит спектакль. Ну, как бы ты понимаешь, что у тебя нет выбора. Ты должен как бы помочь артистам и помочь себе, чтобы было проще. Да, и в какой-то момент да, мне пришлось это делать просто. Но это просто как бы другой тип работы, и все. Не могу сказать, что это сильно сложнее. А вы также недавно, 4 ноября, создали балет «Три тихие пьесы» для юбилейного вечера известного композитора Леонида Десятникова, как часть фестиваля «Диаголов пьес» здесь, в Питере. Скажите, пожалуйста, откуда идея и тема для этого балета, и как вы бы охарактеризировали работу и музыку Десятникова как композитора? «Вечер лад» в честь юбилея Леонида Аркадьевича Десятникова должен был состояться еще год назад, 16 октября, в его день рождения. В этот проект меня позвали продюсеры компании «Джокер Лаб» Екатерина Баррер и Александр Сергеев. Они тогда договорились с театром «Урал-Опера-Балет» о премьере. И я вот был одним из четырех хореографов, которого позвали на этот проект. И когда мы сели обсуждать музыку, нам дали полный карт-бланш, за исключением там какого-то маленького количества произведений, которые нельзя трогать, и за исключением тех произведений, которые выбрали уже другие хореографы, потому что меня пригласили одного из последних. И я начал думать, что бы я мог сделать, и сразу же вспомнил вариации на обретение жилища. Та музыка, с которой я познакомился 4 года назад, как ни странно, я почему-то ее не знал, хотя я обожаю музыку Десятникова и слушаю ее еще с времен Академии, пока еще был студентом. Ну, как-то вот вариации прошли мимо меня, и я на тот момент был в Атланте, в Америке, ставил спектакль, и по вечерам просто выходил в парк рядом с квартирой, где жил, прослушал разную музыку, и тогда впервые услышал вариации на обретение жилища. И оно произвело на меня какое-то колоссальное впечатление. Я просто сидел и плакал. Ну, то есть настолько сильная музыка была для меня. Ну, просто у меня пылились слезы. И
ну, еще как-то, видимо, атмосфера, еще, видимо, усталость, как-то все это вместе. Да, я понял, что как-то, ну, это очень сильная вещь, и я когда-нибудь хочу ее сделать. И потом мне предлагают поставить балет на музыку Десятникова. И, конечно, первое, что я мог предложить, это вариация на обретение жилища, но они коротенькие, это 9 минут музыки с лишним. И тогда мы с Алексеем Гриболем, который художественный руководитель музыкальной части этого проекта и знаток музыки Леонида Аркадьевича, и очень много ее исполняет, составили сюиту, где мы начали думать про разные произведения фортепианные. И я предложил, что, может быть, как-то мы можем составить титры. И в честь Диккенса просто, ну, как бы искали правильный порядок. Там было еще несколько названий. Но мы решили остановиться на этих трех. И составили их вот в порядке вальс в честь Диккенса, титры из кинофильма «Подмосковные вечера» и вариация на обретение жилища. И таким образом, как бы, появилась свита. И дальше я начал думать, как бы, ну, что я могу сделать с этой музыкой, как, о чем это может быть. И когда просто, ну, в очередной раз прослушивая подряд эти три композиции, я понял, что они все три тихие, очень как-то, возможно, если так можно выразиться, меланхоличные, очень горькие при этом, да, и как бы не без иронии. Я подумал, что как бы, ну, это же тихая музыка. Три пьесы, три тихие пьесы. Дальше хотелось просто, ну, рассказывать про музыку Леонида Аркадьевича, говорить про то, что я в ней услышал, но ни в коем случае как бы не перекрывать ее собой. Хотелось быть просто рядом и рассказать, что, знаете, я в ней слышу это. Возможно, у вас тоже получится это услышать с помощью танца. Мы начали общаться с Марией Трегубовой, которая является художником трех балетов из четырех, как художник-сценограф и художник по костюму. И мы отталкивались от идеи вариации на обретение жилища, потому что это музыка, которую Леонид Аркадьевич написал, когда купил свою первую квартиру в Санкт-Петербурге. И... Но это такая музыка, по которой ты не понимаешь, это на самом деле как бы жилище обретено или потеряно, или, ну, как бы, или это космос на самом деле. Да. И мы подумали, что нам хочется передать это ощущение с помощью и сценографии, и костюмов, что мы как бы не понимаем, мы переезжаем, или мы уже переехали, или мы уже никогда не переедем, эти вещи так останутся лежать, или это то место, в котором просто никто никогда, никто давно очень не был, и поэтому все в кофрах и запаковано, да, то есть поэтому как появилась идея запакованности предметов, чтобы как передать ощущение непостоянство, потому что, ну, когда идет переезд, да, ты, ну, как бы это такой, как говорят, хуже пожара, да, это не очень, очень сложное время всегда. Ну и потом, как бы, опять-таки, это некая ностальгия, да, про то место, из которого ты можешь уехать, или про, ну, про то место, в котором ты очень давно не был. Да. Идея была в этом. Но все равно самым главным был танец, да, то есть мне хотелось просто танцем рассказать про музыку, как я могу ее подчеркнуть, да, что я могу как бы сделать, и как я могу регулировать скорость артистов, чтобы как бы ускорять ход времени и замедлять его, потому что, ну, время уже организовано. Да, пространства нет, мы можем его немножко углублять. И мы очень много разговаривали про это с артистами, и когда они поняли, как бы, о чем идет речь, и балет уже был поставлен, они совершенно по-другому начали его танцевать. Просто я видел, что они несут большую мысль в себе, помимо того, что вытанцовывают хореографию, как бы, и ищут в ней краски, как они своим телом могут интерпретировать то, что я поставил. И поэтому это была такая большая совместная работа. Мы очень много говорили, и мне кажется, это привело, ну, к какому-то такому правильному ощущению, когда ты сидишь в зале, и открывается занавес, и ты понимаешь, что как бы просто со сцены идет какая-то, ну, очень сильная энергия. Да, и я тогда был под большим впечатлением, потому что, ну, как бы, они сделали это. Вау. Да? И, конечно, музыка передает очень много, и в ней много есть, но как бы артисты
обжили ее, если так можно сказать, обжили пространство, обжили хореографию, и из этого получилось что-то, ну, такое очень близкое. И мне кажется, это один из самых важных спектаклей сейчас для меня. Да. А вы сказали, что вы работали в Атланте, в США, где ставили балет? Да, я ставил там концерт «Армоника». Это музыка Александра Черепнина, сына Николая Черепнина, который написал «Павильон Армиды», например. И он композитор во втором поколении, и его сын тоже композитор. У них целая семья в несколько поколений, и все композиторы. И когда мне предложили сделать там балет, я начал искать какую-то разную музыку, что можно сделать. И там было в том числе Родео. И вот это произведение, потом, по-моему, несколько каких-то еще произведений, я сейчас не вспомню. И директор компании остановился на этом концерте Черепнина за его необычность, потому что этот концерт для губной гармошки с оркестром. Это очень необычный состав. И это очень сложное произведение для исполнения, для гармониста. И, как казалось, на тот момент времени, когда мы его ставили, что совсем небольшое количество людей в мире исполняет этот концерт. И когда мы выбрали произведение, просто это был заказ на бессюжетный спектакль. Как мы уже выяснили, бессюжетных спектаклей не бывает. Как мне кажется, я могу ошибаться. И тогда, да, я начал работать в Атланте, и я был там дважды, первый раз в августе, а потом уже в мае, когда была премьера. Это был Геннадий Недвигин? Геннадий Недвигин, да, да, он позвал меня. А получилось так, что Сергей Данилян на 25 лет своей компании повез в Нью-Йорк и в Коста-Месу мой спектакль «Диверсмен короля» в качестве празднования юбилея, и там был еще балет Владимира Варнава «Глина» и балет Марсела Гомеса. И он приехал специально в Нью-Йорк из Атланты посмотреть работы хореографов, что сейчас делается в России, что поставил Марсела Гомес. И после премьеры он пригласил меня, потому что ему понравился спектакль «Диверсмен короля». И да, для меня это такое важное событие было, потому что совершенно не ожидал, во-первых, что мой спектакль повезли в Нью-Йорк, и я за это безумно благодарен Сергею Данилену. И если бы этого не случилось, меня бы не позвали в Атланту, да, то есть такая цепочка событий последовала, которая, ну, для меня очень важной оказалась, да, потому что я впервые работал с иностранной компанией, и, ну, это такой был вызов большой для меня. Совершенно другая система координат, другая страна и все другое. И если ты, ну, как бы уже более-менее понимаешь, как это работает, например, здесь, в России, и как на какие-то вещи могут реагировать зрители, то как там было, ну, то есть для меня это все равно было не то чтобы загадкой, но, возможно, я мог с чем-то столкнуться. В общем, было очень так волнительно. Да, но, по-моему, все удалось. А другие хореографы влияют на вашу работу? То есть вы смотрите вокруг вас, что они производят, что они создают, или все-таки стараетесь не посмотреть? Нет, я на самом деле смотрю все. Я смотрю и старые спектакли, и новые спектакли, стараюсь ездить на премьеры, которые проходят в России, если у меня получается, и наблюдать вообще за тем, что происходит вокруг. Но я также смотрю и спектакли в драматическом театре, в опере, и мне вообще на самом деле интересно все, что происходит как бы в театре и в искусстве, чтобы понимать вообще, где мы находимся, ну, как бы осознавать, что сейчас происходит в мире, как бы о чем люди говорят, о чем они думают. И, конечно, я думаю, на меня влияет все это вместе взятое. И чужая хореография на меня влияет, и чужие спектакли на меня влияют, и, ну, как бы все мысли, которые ты готов принять и как-то, ну, пропустить через себя, возможно, от них отказаться потом или принять, как бы, и оставить в себе. Ну, это в любом случае опыт какой-то. И чем его больше, мне кажется, тем лучше. Мне кажется, нельзя ни с чего начать делать что-то. Всегда нужно пропустить через себя опыт чужой и как можно больше. На самом деле у меня
есть такая, ну, не то чтобы это можно назвать завистью, а как бы такой, как бы, ну, не знаю, как правильно выразиться, здорово, когда у человека есть возможность танцевать чужую хореографию в большом количестве, и когда это много разных хореографов, потому что ты работаешь непосредственно с хореографом или с его ассистентом, или с ассистентами, и как бы ты пропускаешь эти мысли через себя. Да, ты как бы работаешь с другим языком, и твое тело потом как бы, ну, трансформирует это, и потом твое, ну, как бы все мысли, мне кажется, правильнее пропускать мысли через тело. Ты не просто исполняешь движение, а думаешь про то, что ты делаешь, как ты это делаешь. И чем больше такого опыта, тем как бы лучше хореографу, потому что он понимает, как кто работает. И да, поэтому, ну, в хорошем смысле я завидую людям, которые работают с большим количеством хореографов или работали и стали хореографами, потому что, ну, как бы им проще, потому что, ну, как бы опыта сильно больше, да. И мне кажется, это важно в начале использовать себя как артиста и работать с другими хореографами, а потом начинать ставить. Как бы, ну, мне кажется, ну, больше понимаешь, может быть, каких-то меньше ошибок можешь делать, не так больно набивать себе шишки. Над чем вы работаете сейчас? Нет, в данный момент я ни над чем не работаю как хореограф. Я сейчас думаю про спектакль «Норма» как режиссер. Буду делать оперу «Норма» в Пермском театре оперы и балета. Да. И сейчас работаю над этим спектаклем. Есть время для хобби? Я долго думал, есть ли у меня хобби, мне кажется, что нет. Да. Моя профессия — это и хобби, и работа одновременно. Потому что приходится очень много чего изучать и много над чем работать. Наверное, хобби можно назвать слушанием музыки, но, опять-таки, это очень близко связано с работой, да, поэтому сложно. Нет чего-то особенного. Я ничего не коллекционирую, ничего не собираю. Ну, прям какого-то отдельного занятия специального у меня нет, наверное, для хобби. Увидимся в мастерской весной? По поводу мастерской ничего не известно, будет ли она, не будет, поэтому не могу ничего сказать. А есть ли у вас проект мечты? Есть какое-то количество спектаклей, в том числе больших, над которыми мне бы хотелось поработать. Разных композиторов, и есть идея, чтобы для меня пару композиторов написало балет, и мы уже даже разговаривали про это, но для всего нужно место и время. И чтобы кто-то предложил это сделать, или кто-то согласился на эту идею, да, которую я могу предложить. Потому что, ну, как бы сделать балет в нигде — это очень тяжело и без людей. Да, какие-то идеи есть. Надеюсь, что все получится. Спасибо, Максим. Спасибо.